Руководитель МБУ «Дорсервис» Александр Митрякин докладывает главе Ленинского городского округа Алексею Спасскому о мероприятиях, которые проводятся на дороге, ведущей от Каширского шоссе в деревню Малое Видное. Отсюда мы вынуждены откачивать воду с помощью помпы на ту сторону. Каждый год весной шоссейная улица, которая ведет от Малого Видного до Каширского шоссе, становилась головной болью для автолюбителей и пешеходов. Высота воды здесь достигала 1 метра. Но сейчас, как мы видим, ситуация изменилась. Избытки воды, которая могла стать большой проблемой для местных жителей, откачивают и отводят в естественный водоем неподалеку. Мы находимся в традиционном месте, где происходит подтопление, которое уходит в том числе и на Каширское шоссе. Может быть, дополнительные опасения были в том, что зима была очень-очень снежная, и количество снега там оценивается в 1,5 раза, а то, может быть, где-то в 1,6 раз больше, чем стандартные величины. Но вот комплекс работ, который вот уже за последние 2 года проведен с дренажной системой, работающая техника позволяет все-таки контролировать этот процесс. Вот так выглядел этот участок дороги в прошлом году. Благодаря усилиям администрации муниципалитета критической ситуации удалось избежать. Уже довольно длительное время ведется разработка системы водоотведения, которая позволит кардинально решить вопрос. Но и здесь существует немало подводных камней. Сложности, связанные с прохождением по землям частников, не все согласны жертвовать, скажем так, своим комфортом для достижения, ну, скажем так, общего блага. Может, это громкие слова, но тем не менее это так. С частью коммерсантов, которые ведут поблизости свою бизнес-деятельность, мы такие договоренности достигли, и поэтому я уверен, что мы, по крайней мере, пошагово будем двигаться. На нескольких других участках округа, где в прошлые годы наблюдались подтопления, ситуация тоже под контролем. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.